І тому росіяни шукають нові якісь вигадки, лайфхаки, як втекти з війни. Вони починають пиячити від страху. Вони тепер шукають, значить, як піти у відпустку за сімейними обставинами, аби не бути призваними. Приїжджають додому, ховаються, на війну більше не повертаються і пишуть заяви на звільнення. Стою, у мене все горить, вон десь лес горить, все горить там. Правда, вечір у нас п***ує. Вот, очень страшно, очень боюсь, и вообще это не делать. Ну вот тебе и надо сейчас съездить в отпуск отдохнуть, блин, Леш, ну отпрашивайся да, уже. Да. А да ты написал уже... рапорт, тебе не да подписали у нас... еще? У нас есть осталось 6 человек. Рапорт напишем, как это, придут сейчас, через 3 дня люди придут, мы уходим. Ну у нас реально там вообще никого нет уже. Все смотались, все боятся. Мы, на 6 человек осталось, представляешь? Но они возвращаются, получается? Возвращаются они из-за того отпуска-то или, или они увольняются? Никто не возвращается, увольняются. Все сматывают. Ну, почему по телеку ничего не говорят, я не знаю. Здесь реально такая бойня идет, ты бы офигела просто. Я бухаю, Ален. Почему? Ну, потому что боюсь. Здесь все бухают.